Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос эксперту». В студии Гульфия Каюмова. Гульфия Каюмова, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Татарстану. Я многодетная мать, с 4 несовершеннолетними детьми проживаю в квартире, слышала, что есть для многодетных льготы по налогам. Как ими воспользоваться? Многодетные семьи, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей, имеют право на льготу по налогу на имущество и по земельному налогу. Льгота предоставляется в виде налогового вычета. По налогу на имущество физических лиц предоставляются вычеты в расчете на каждого ребенка в размере 5 квадратных метров площади квартиры или комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома. По земельному налогу вычет для многодетных семей уменьшает налоговую базу на 600 квадратных метров земельного участка. Налоговые вычеты применяются без заявления налогоплательщика на основании имеющейся у налогового органа информации о характеристиках объекта налогообложения и сведениях о наличии права налогоплательщика на налоговый вычет. С полным перечнем льготных категорий граждан можно ознакомиться на сайте Федеральной налоговой службы России в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».